Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvata Deve Gauravani Prachalene Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Krishna, 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 Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как зовут? Чанг, Танго, Чанг, Кинджа. Кришна, дорогие преданные. Садите поближе. У нас такой, как бы, не лекция, такой разговор. А все знают, да, что у нас за программа? По какому поводу? А кто знал об Ярче? Поднимите руки. Просто, чтобы знать вот немножко. Да хотя бы видел или... Интересно, что как
это когда мы разговариваем среди тех, кто ее знал, как-то еще понятно, что ее все знали, пришли. А когда ну, как многие не знают, и вот так им интересно, мне вот так, даже интересно, как это получилось. Ну, во-первых, я не знаю, может, даже и нас это никто не знает, почти половина. Меня зовут Васанта Ранджани Давидаси. Я вот из Питера. Пока сейчас живу в Майпуре. И моя подруга Вриндапати Даси, она тоже живет в Майпуре. И Абьярчи, она тоже последние вот 8-9 лет, мы жили вместе в Майпуре. Вот. Я не знаю, я начну, может быть, как я ее узнала. Могу про себя рассказать. Вот, потом, если кто-то знает, тоже ее может тоже что-то добавить, и Вринда расскажет. Она на самом деле ее больше знала и раньше. Я ее первый раз увидела здесь, в Питере. Она приехала на Висапуджу или на какой-то праздник, не знаю, в 94-м году. Что-то было, не помню. Или ее пригласили на. Просто она была очень такой известной и в то время. Очень много книг распространяла, преданные санкиртаны, такой знаменитой. Поэтому ее, в принципе, во многие храмы приглашали, просто чтобы она вдохновила Матаджи пообщаться. И тут у нас нет ее фотографии, да, даже с собой? Нет. Да? В интернете нет. Она приехала. Я не помню, то ли я ее на лекции увидела, то ли в Ижорах первый раз. По-моему, как-то на лекции. А потом она к нам в Ижоры приехала. И я, когда ее увидела, я как-то просто она как вот, знаете, вот солнце светит, и от него сияние исходит. Вот она для меня так показалась такой светящейся, такая прям. Энергия духовная, старшие преданные. У нас как-то мало приезжало Матаджи вот в то время к нам, старших. Свои были, но приезжали мало. Вот. И она, вот она мне очень понравилась. Я прям к ней прилипла в Ижорах, сижу около нее, смотрю прям в глаза, даже не знаю, что там говорить. Я говорю, я так хочу вот с вами как-то, ну, может... все время быть, вы мне так понравились. Она там рассказывала про санкиртану, там делилась, такая веселая была. Она мне очень понравилась. Я так мечтала, думаю, Кришна, вот бы как-то рядом с ней оказаться, где-то служить как-то рядом. Очень мечтала сильно. И потом она уехала обратно в Киев. Она в Киеве жила, у них был большой ашрам санкиртаны Матаджи. Началось у них все с Одессы. Вринда потом расскажет. То есть у них большой, грандиозный такой был ашрам матаджинский. У них там было, в то время это был, они не знаю, с какого начали, в 90-каком-то году, у них были свои машины, при том такие какие-то там крутые. У них, они все были забиты книгами, они снимали какой-то дом там на берегу моря. И, в общем, все остальные им завидовали. Ну ладно. И они ездили на выездные санкиртаны по подписке, по улице там некоторые распространяли. То есть очень много книг. И кто не распространял книги, они были просто все высланы на распространение прасада. Потому что у них на юге, у них там такие рынки есть огроменные. И они там напекут этих пирожков-самосов по утрам. И вообще с такими... сумками ходили на эти рынки, распространяли просад. Они, и, на самом деле, половина, наверное, поддержки ашрама была за счет просада. Не половина, а все. Все, да? Да. А книг что? Нет, я имею в виду, что ашрама половина, ты имеешь в виду просада, и половина... Нет, книги было больше.
Ну, в общем, то есть там все вообще, все, что такое эхо, все были очень сильно заняты. И в общем, через какое-то время, оказывается, она как-то меня выпросила у руководства или что, чтобы я туда приехала, в общем, на обучение. Оказывается, Кришна услышал мои молитвы. И, но это как раз случилось, когда вот эта вот моя еще одна подружечка, Вринда, приехала еще на один фестиваль после Абьярчи, я не знаю, через год это было или через какое время. На Индрадину с вами ты приехала? На фестиваль. На Весапуру. Да? И мы с ней вместе поехали обратно в это. Тогда еще в Одессу? Конечно. В Одессу. Вот. И я так была рада, я даже не верила своему счастью. Мы туда приехали, и у них там ашрам, ну, как бы, ну, как квартиры, какие-то дома, дом, квартиры. Дом, дом мы снимали, да? На фонтана тогда, среди богатых людей. Ты потом расскажешь, а я свои ощущения, что там, значит, все вот спят, как раньше у нас все. Да. Потом вот в таком, в каком-то в комнате мы там все спали, вставали рано, божества у нас горнитая были очень красивые. А потом все, значит, я на санкиртну или на прасад. Меня Абьярчи, значит, взяла в свою группу санкиртна, они поехали с еще с одной старшей преданной, их не Лила с Мараной, на выезд, а меня взяли с собой и поваром, и помощником, и, в общем, всем-всем-всем. А они думали, что я там все такие, я такая, как они. У них там на Украине каждая преданная там вашими, и повар, и помощник, и санкиртанщик, и все, что хочешь. А я штуку книги распространяла. Ну, в общем, мне пришлось за несколько дней научиться готовить там. Собирать пожертвования. Да, они такие... Значит, ходили по предприятиям. Это распространение по безналу. И там наличных денег нету, как бы особо, там только потом. Вот. А жить-то как-то надо. Значит, ну, и те, кто помогают, они должны были в течение, ну, так как когда возвышенные преданные там на заводах ходят, то, такие простые, они должны как-то им помогать, обеспечить их проживание. В общем, я ничего не знала, но вот они мне сказали, ну, надо на рынок пойти, вот сумочка, вот мешочек, там сказать, что мы из храма, там, да, собрать, значит, овощи, прийти, сготовить и пойти еще на санкиртну сходить. Ну, ладно, хорошо. Вот, я помню, как я ходила одна. Сначала так страшновато было, потом думаю, как старшие преданные сказали, мне такая, Вера, пошла по рынку, мы там из храма. Ну, все, ну понятно, с храма все там хихи-ха-ха, ну что-то давали, картошки, моркошки там, то все, знаешь, ну, кучу насобирала, пришла, что-то сготовила, я не знаю, что там было. А Берча потом говорила, что очень вкусно, я не знаю. Вот. Потом пошла на санкиртану еще вообще в неизвестном месте, в неизвестном направлении, куда что, я не помню, что-то у меня брали, не брали, это уже. Но главное, что и просад был. Вот. И, ну вот и так вот недельку или сколько-то там, сколько они были. Вот такое у меня первое было впечатление, вот общение с ними. Ну, я очень много получила. Ну, вот такого представления о сознании Кришны, вообще о санкиртане, о предании. Ну, в таком же духе, в общем, все продолжалось дальше. Вот потом, потом я обратно вернулась, тут была. Потом опять она меня как-то пригласила в Киев. Уже они переехали, ашрам санкиртан у них переехал в Киев. Не раньше с вами, их туда попросил переехать из Одессы. Вот, и они там были Абьярчи, Лила Смарана и Трилоки Сундари. Они там были как бы старшими матаджами, вот над этими, над нами. Вот. И тоже туда приехала. Там уже я по улице просто книги распространяла. Они меня попросили, потому что у них многие по безналу распространяли. В то время безнал уже кончался, и как-то надо было по улице всем. Вот. Хотя у них очень много, все распространяли, ну не знаю. Вот. И я туда приехала и тоже ходила там с преданными. Ну вот и общались, вот, то есть я была очень счастлива, потому что мне Абьярчи очень нравилось, и мы всегда, если у меня была возможность, я всегда к ней приходила, там, общалась каким-то образом. Ну, на юге было очень, ашрам был такой удивительный, то есть всегда, постоянно какая-то деятельность. Если не санкиртана, то харинамы, если не харинамы, то гуру приезжает или еще что-то. Все куда-то едут, все где-то что-то служат, то есть это такой был... Очень интенсивный период.
Вот. И еще, так как это был юг и на море, то по вечерам все ходили на море в платьях купаться. Было очень весело. Да. То есть у меня такое, вот с того времени, вот это еще с тех времен у меня вот от Абьярчи вот такое вот было впечатление, она таким была очень великим преданным Санкиртаны. Про нее, конечно, много рассказывали тогда, как она распространяла мощнейшим образом. Это был 95 или 96, она первое место заняла у них там на Украине, что ли. Но так как там тогда было уже страшное соревнование, и все хотели быть как-то там где-то в первых местах, естественно, Прабу как бы не считали, что Матаджи вообще должны там быть где-то вообще там. И каким-то образом ее вообще не внесли в список. Она первое место заняла. Ну, она даже ничего не сказала никому. Так, даже не, как бы не обратила внимания. Ну, все, конечно, кто нужно, знал, но вот так получилось. И несколько историй тоже вот преданные, когда у нас были воспоминания, рассказывали про нее, когда она распространяла книги. Говиндата рассказывал, мне так эта история понравилась. Ее муж. Да, это ее муж, Говиндата. Что, ну как, в Майпуре она была немножко другим человеком. Уже когда она приехала в Майпур, то есть там не Санкиртана, там не надо, значит, там кого-то там трясти, там деньги выбивать на заводе или там книги вдохновлять, купить. И она, ну, обычно очень скромная, смиренная, преданная, все ее полюбили в Майпуре, то есть она была очень заботливая. Кормить. Да, всегда приглашала в гости всех старших преданных, не старших, друзей, то есть такой очень-очень-очень приятный человек. Вот. И в Майпуре ее никто не знал как санкиртанщицу. Даже никто, многие не знали, что она книги вообще распространяла раньше. Потом, когда уже вот она тело оставила, и мы встречались, обсуждали, они вообще говорят: боже, мы не знали, что она книги такая была, оказывается, мы только вот такую знали. А Говиндата, когда выступал, он говорил, что ну, Абьярчи, она не только такая была вот скромная, смиренная, она была, ну, как бы как воин такой на санкиртане. Он пару историй рассказал. Одно из них, сейчас попробую вспомнить, что... Да, он ее назвал трансцендентный хищник. Ага, она говорит, таким трансцендентным хищником была, она правда такая. Да, если она вцепляла человека, это уже бесполезно было уйти. Да, он говорил, что если она кого-то хотела, если только тот мог от нее уйти, что кто очень хотел не встретиться с Кришной, ну прям сильно уж очень избежать, только тогда. А так, если он был, ну как бы невинный, не знающий, она его просто хватала, и все, у него шансов не было. И однажды они пришли подписывать какое-то предприятие, и они ходили в парах обычно. Потому что часто бывало, что ты какую-то группе проповедуешь, рассказываешь, но среди них есть какие-то люди, которые против или начинают там искать недостатки, и на них надо отдельного человека, чтобы с ними там разбираться. Вот. И они вдвоем пришли, он не сказал с кем. Это Стришный, по-моему. Да? Ну, может быть. И, значит, там было несколько человек, и Абьярчи, значит, это преданное проповедовало, ну, о славе, значит, Шрилы Прабхупады, книг. А Абьярчи, она, значит, этих брала на себя таких вот, которые против там или возмущались. И вот такой попался, начал выступать: а зачем нам вообще эти книги, да никто, не будем мы их брать. Она такая: ну-ка, иди-ка сюда, идите-ка сюда. И в стороночку там с ним пошла, начала разговаривать. Ну, пока там Тришна всех записывала, там объясняла. Она говорит: какие у вас вообще проблемы? Да вообще, что это за книги? Да кто вы такие вообще? А он, у многих людей такое представление: если ты духовный человек, то ты, значит, такой забитый, скромный, тебе на тебя плюнь, ты это, и тебе, ну, в общем, не, она такой не была, значит. Если там ее чуть-чуть тронь, она как это покажет, где раки зимуют. И такая. И вообще, ты кто такой? Какая у тебя фамилия? А у него еще фамилия какая-то? Мисаена. Какая-то была такая. Она такая: да ты вообще посмотри, ты кто такой? Посмотри, даже у тебя фамилия вообще. Иди вообще, мы тебе... Даже если ты захочешь, мы тебе никогда вообще книги не продадим. До свидания. С ним что-то случилось, короче. Он такой...
Как это? Как это вообще? Вы мне не продадите. Что это такое не продадите? Это ваш долг вообще. Вы что, о своем долге забыли? Ваша обязанность. А ну-ка запишите меня. Какие там книжечки? Она говорит, да никакие вообще. Ну, что, ну что-то начало там. У него как вообще наоборот желание. Он давай там проситься. Она говорит, ну не знаю, я еще подумаю. Вообще, если книги останутся, может быть. Нет, меня запишите в первую очередь. Ну, как это, если останутся? Мне надо в первую очередь. Ну, в общем, каким-то чудом она его записала на весь комплект вообще там. В общем, он все взял. Ну, вот таким образом она могла людей покорять. Да, но я лично помню, когда я с ней ходила тоже по разным предприятиям, как она, например, с бухгалтерами общалась. То есть это самое сложное. Вот всегда потом записал, все вдохновились. Сначала эти, как их там, директора, они ну, не понимают этой всей ответственности происходящего до конца. Да-да, идите, записывайте, все нормально. Потом приносят им списочек там, на несколько тысяч человек, а им надо сразу выплатить деньги. Они такие начинают думать, что происходит вообще. И бухгалтеры обычно начинают тоже там звонить этим директорам, тут такая сумма там. И иногда это срывается все из-за вот таких вот всяких разных нюансов. И Абьярча, она так умела их вообще, вот даже не то, что уговаривать, как-то им внушать, что это вообще так важно, и вообще, что они обязаны просто вот прямо сейчас перечислить. Я помню, я так наблюдала, мне было даже так не очень-то как-то, ну как, я бы так не смогла бы сразу. Она вообще без зазрения совести, ну как сказать... Приходит, очень так с ним разговаривает, вот на равных, объясняет. Вот да, вот директор обещал, вот подписались люди, что теперь людям скажем? Что я буду дурой, что ли? Вот я сказала им, что вот вам книги, вы деньги, они все согласились, и что? То есть она могла вот так вот им объяснить, что... И вообще люди, они как-то почему-то, они сразу, она внушала им доверие. Они начинали с ней вообще говорить на духовные темы почему-то сразу. Она как-то такой человек, вот глаза у нее, мне вот ее глаза всегда напоминали Наротама Дастакура. У нее такие, если посмотреть, разрез глаз. Ну, очень, у нее, она очень духовная личность, конечно. И вот люди, они просто сразу же начинали открывать сердце, что-то делиться какими-то своими переживаниями, своими проблемами там. И она, естественно, она очень, она вообще по природе такой... не очень сентиментальный человек, ну, внешне. Она свои чувства очень редко вот так вот на показ как-то проявляла. Она очень внутренний такой человек. И больше, и очень разумный. И очень немногословный. Она всегда вот так скажет одно предложение. Вот я всегда приду, хочу объярчиваться, поговорить. Ну что, ну давай поговорим. Я там поговорю на полчаса. Ну и что? Ну ничего, там то-то, то-то. Два слова. Я вообще-то больше хотела услышать, но в принципе в этом уже все было. То есть, ну как бы, так вот просто болтать она вообще не любила. Она всегда или слушала Прабхупаду, или Ниранджана с вами лекции, или киртаны. Очень любила киртаны. И когда вот уезжали преданные часто, там, ее муж куда-нибудь уедет или куда-то все разойдутся. Мы еще раньше жили в одном доме. Придет ко мне или спустится. Ну, давай попоем. Ну, что там, какие мелодии? Вот я тоже, она пару мелодий выучила за последние несколько лет. Она как бы особо так не пела, но несколько мелодий выучила. И когда она пела, у нее, конечно... Вот такая вот энергия была, всем очень нравится. Она всегда стеснялась. Ну, как бы, когда человек такой, не считающий себя музыкантом, поет, ему всегда кажется, ну, вот он там мелодии не знает, там, ну, всяких, может, не может так красиво петь. Но она, и она всегда стеснялась, как бы, ее надо было чуть-чуть уговаривать, если там в компании. Но все равно, если ее как бы так уговоришь, там, ну, берь все свои, да вообще мы для Кришны, ну, там, ну, понятно, она все это понимала. Ну, ладно, она там, когда пела... никакого уже не надо было там какого-то там прекрасного голоса, или просто можно было слушать. Потрясающая вот передача была вот эта вот звуковая Хари Кришна мантры. Вот. И потом, когда после того санкиртанского времени первая в Майпур приехала в Вринда,
Потом она нас всех стала зазывать. «Да приезжайте уже в Майпур! Да когда же вы приедете?» Я сначала думаю, боже мой, как-то, почему надо было так долго думать, я не знаю. Так думала, думала, и как же ехать, и как же там дети. Как будто там дети не живут вообще, столько детей. Ну, не знаю, в общем, несколько лет пришлось думать. Абьярчи приехала, потом Вринда, потом Абьярчи, на следующий год уже я, наконец-то. Вот. И, ну, опять мы там как-то встретились, уже чуть-чуть другая жизнь, но очень нектарная, то есть... Майпур это такой, тут как бы мини-храм, а там такой храм большой такой, то есть это как город храмовый, то есть там ты ходишь на все службы, то есть как в храме жил, как в вашем, только теперь ты живешь не в самом храме, чуть-чуть подальше, но принцип тот же самый, то есть очень классная садана, там садану можно соблюдать, очень хорошо, кто-то если хочет, вот, и как бы лекции, например, все лекции по Бхагаватам там каждый день такие возвышенные, преданные дают. Джананивас, Пангадянгри, все саньяси, которые приезжают. То есть Бхагаватам там просто потрясающе, конечно. Киртаны бенгальские, ой, это самые лучшие певцы в мире. Ну, Видатха, конечно, хорошо поет, тоже неплохо, и все остальные. Но как бы привыкаешь, когда там, понимаешь, что... Там необычные личности живут. Вот даже дети, все, которые там рождаются и живут, и приезжают. То есть какие они талантливые просто. Просто с детства все умеют рисовать, все поют. Играют на музыкальных инструментах. Это как будто, я не знаю, сколько с каких-то гандхарв локов спустились. Ой, да. Ну это уже побочные такие как бы... вещи в Дхаме. Самое главное там, что я даже читала там, про славу Дхамы, что даже самый грешник, который приходит в Майпур и просто живет там, он становится самым возвышенным святым. Ну, я думаю, про Вриндаван то же самое. Я просто про Майпур читала. И поэтому жизнь там, она наполнена, конечно, духовностью очень сильно. Там очень легко помнить о Кришне. То есть он там на каждом шагу, его просто там сложно забыть. Даже если хочешь, что просто это невозможно. Идешь, везде преданные, везде джапу все повторяют, везде там храм, тут храм. То есть очень легко. Наверное, поэтому Прабхупада хотел, чтобы такой город был, чтобы преданные приезжали туда на какое-то время, вот кто в других местах живет, и заряжались, потому что там действительно заряд мощнейший можно получить. Если приехать и посвятить себя правильным вещам, не просто на прогулку, там, можно очень много получить. Вот. Ну, и мы как бы там жизнь, там ты обычно как бы живешь, просто воспитываешь детей, у тебя дом там, ходишь в храм, ты заботишься об окружающих, насколько ты можешь. И самое интересное, что вот Абьярчи, ну, очень любила киртаны. И у нас по вечерам очень часто были киртаны. То, вот, ну и преданные каждую среду, например. Там, я старалась тоже по вторникам киртаны проводить. Кто-то там... И каждый день, ну что, ты идем на киртаны? Идем. Встретимся вечером. Идем там туда, к Вринде там иногда придем, попоем. То есть дхама — это такая особенная дхама киртанов. Я даже заметила, что через какое-то время, что вот, наверное... Просто потому, что я вот себя вовлекаю там, в киртаны, люблю вот, ну, ходить на эти киртаны. Вот Кришна, он так доволен, Господь Чайтанья, что просто живешь там, не знаешь бед вообще. Стыдно, конечно, сказать, извиняюсь, все тут работают, там стараются. А ты там просто вот посвящаешь себя какое-то время. Хотя это кажется, может быть, кому-то покажется, ну, просто поешь и поешь, как бы нет плодов внешней. Деятельность такая, которая не приносит плодов. И кажется, что, может быть, ты время зря проводишь или еще что-то. Я тоже так иногда думаю, потому что умонастроение у нас у всех, ну, вот у меня в том числе такое кармическое. То есть ты должен получать плоды всегда за какую-то свою деятельность. Вот ты делаешь что-то, должны что-то приходить, ну, привычка такая. Вот, а там такого нет. То есть там плоды — это милость Господа какая-то. Ты для Господа поешь, потому что ему нравится, это юга-дхарма. И
плодов внешних нет, но плоды — это то, что у тебя есть вкус, ты хочешь дальше продолжать. Вот я от Аберчи всегда вдохновлялась. Я вообще, честно говоря, не понимаю, откуда у нее такой вкус к воспеванию. Вот. Я, конечно, люблю петь, но иногда, ну, там, не всегда вкус есть. А вот у нее всегда вкус, у нее всегда придешь. Она даже вдвоем придет к тебе, поет, а так вот сидит, видно, что такой вкус у нее, думаешь, боже. Только вот смотришь на нее, и так сразу, ну надо, ладно, надо как-то сосредоточиться, повнимательнее. Да. То есть вот, и очень многие, даже старшие преданные, вот он, очень много же там учеников Прабхупады живет, они все ее заметили, как бы все ее полюбили. Но она своей скромностью всегда говорила: «Васанта, со мной сегодня там Ситала поздоровалась. Откуда она меня знает вообще там?» Я думаю: «Верчи, ну ты вообще, как это, откуда она тебя знает? Тебя все знают, ты что?» «Да нет, кто меня знает?» В общем, она очень скромная была, то есть она всегда думала, что ее никто не знает. Или вот я ей, «Васанта, я ее уже, знаешь, целый год тут вижу, с ней здороваюсь, она вообще со мной не здоровается». Я говорю: «Ну, то есть не то, что кто-то не здоровается, просто там часто бывает так, живешь, и как бы преданный всегда в своих делах, всегда в своих мыслях. Иногда идешь там, человека знаешь, он тебя не видит. Сначала я поражалась, думаю, вообще как-то странно. А потом поняла, что просто у всех какой-то свой мир, свое служение. Все... Потом вдруг тебя замечают. Ой, как будто это... Вообще-то я тебя каждый день вижу. Почему-то сегодня меня заметили. Ну, в общем... И она вот так очень-очень скромная была в этом смысле. Очень вкусно готовила. Ой, я у нее очень многому научилась, конечно. Что не блюдо, то вообще какое-то произведение искусства. И притом она могла вот прийти куда-нибудь там в гости кому-то или там в какой-то вегетарианский ресторан, кафе, вот какое-то блюдо скушать, и все, уже поняла, что там за специи, что там, как они сделали, и уже пришла, сделала. Верчи, а где ты рецепт? Ну, там мы зашли там в кафе вегетарианское, там вот там нам дали. Что я себе думаю? Ну-ка поподробнее, что там, мне надо все подробности. Я у нее практически то, что я научилась готовить, все это вот от нее. Да, отношения у них в семье были замечательные. То есть у нее муж Говиндадата, и у нее сын. Сына Васанта зовут тоже. Потому что Васанта на самом деле это имя пастушка Кришны. Вот, и она все говорила, она не знала, ей очень нравились два имя, Вринда и Васанта. Она думала, как же назвать сына, но Вринда не назовешь, а Васанта — это мужское имя. Да, мне говорили. Ну, мы как бы дружили очень тесно, и она как бы, хотя я тоже, у нее были более любимые подруги там, чем я, допустим, Трилоки Сундари или Ласмарина, но все равно она тоже всегда говорила, что она меня любит, там, Вринда очень было приятно. И у них семья очень, очень удивительная. То есть они такие гармоничные, всегда любили именно вот он, она вот Киртаны любит, Говиндадата тоже очень. Вот придет, я приду в гости, мы там человека 2-3 уже. Ну что, попоем? Ну ладно, попоем. И все садятся сразу. Ну, не то, что кто-то там пошел туда-сюда, нет. И вот там, и все, кто есть, все сели, значит, поем. Одинаковые, то есть одинаковые вкусы в еде, там, в божествах. Она очень красиво одевала божества. То есть тоже вот Гаурангу в комнате Прабхупады, вот у нас было служение, она одевала, я и Тамашта Саки. И она очень красиво могла, она очень классно могла цвета подбирать. У нее очень хороший вкус вот был в цветах. То есть сари могла вот такие выбирать. Вроде простой бенгальской сари, господи, какой красивый. Вот видела вот это вот... цвета. То есть она во всех отношениях была такой гармоничный человек, вот очень... Целостный. Да, то есть тоже как вот женщина, не просто вот преданная. Из этого все как бы исходит. Она вот могла очень красивые вот как-то тоже украшения подобрать. Вот эти сари, я как не зайду... Украшения, дело для божеств. Вот для тоже горнитаев. В Баджан-Кутире горнитаи большие такие у нас там есть. Для них такие красивые дела. Украшения плела из всяких этих кристалликов и разных этих, как их там, бус. Да. Тоже я иногда, вот у нее, как бы, если так посмотреть, она такой человек с материальной точки зрения, может быть,
кто-то скажет, не очень как бы красивый так внешне. Но я, когда на нее не смотрела, мне просто хотелось смотреть. У нее она такая была красивая, у нее красота какая-то внутренняя, она прям светилась. Я все время говорю, Беша, такая красивая. Ну, вас сам-то, да только ты мне говоришь. Ну, так она шутила. Да. Или, ну, красота в глазах любящего. Тут, типа, кто любит, если кого-то, то вот он видит эту красоту. Все. Так всегда. Да, очень такой необычный человек. Читать очень любила тоже. Вечером, если не зайдешь, все время читать такие книги, читать. Думаю, хоть бы рассказала что-нибудь. Ну, что, то возьми, прочитай. Вот не любила как бы вот так вот как-то вот прямо на показ. Вот из нее что-то вот достать, какие-то вещи, это надо было вот уцепиться там, уже прийти и разрыдаться, чтобы что-то она вот сказала там. Ну так мы, конечно, общались там по делам, по каким-то вещам, но то есть она не была таким каким-то человеком вот пойти высказаться, выставиться там. Вот. И что удивительно, когда в самом конце, последнюю неделю, даже когда она заболела раком, она как бы не было такого, что вот она заболела, и она болеет, лежит, и все. Нет, она при всем при этом лечилась, там у нее это сложное лечение было, но она, если есть силы, всегда ходила, всегда посещала храм, всегда все равно приглашала друзей, гостей, кормили там они, то есть все мы пили кир, все продолжалось, как и было. То есть даже вот придешь, обижаешь, тебе что-то надо, да нет, если надо будет, я скажу, и никогда ничего не говорила, вот так вот, если сам не увидишь не что-то, если действительно... Такой скромный человек, а сама всем, ой, комендант, он там заболел, он то, давайте то, и сразу сама больная еле ходит, уже всем помогает, и все лекарства найдет. И она очень, кстати, тоже очень хороший врач, она всегда чувствовала, что человеку надо, у кого простуда, у кого там что, и очень хорошо подбирала как-то лечение. Ну, да я удивляюсь. Да, и в последнюю неделю она... После шестой химии, по-моему, или пятой, или шестой, уже не помню. Шестая. Вот. Ей не было, конечно, так сильно хорошо, но все равно она держалась, ходила. Так, и кто, ее одна преданная уговорила поехать на ретрит в Экачакру. А Экачакра — это часов 6-7 трястись под нашим дорогам. И она как-то так ее так вдохновила. Я, честно говоря, я даже не знала, как, что ее отговаривать надо, потому что она так выглядела вроде бы и не сильно больной, вдохновленной. Думаю, ну надо же как чувствует, наверное. Я еду в Экачакру на ретрит. Ну ладно. Поехала в Экачакру, через день приехала обратно. Ну, правда, она приехала, конечно, у нее здоровье подорвалось сильно, потому что она дома, как бы в нормальной атмосфере, еще могла себя поддерживать, а уже по этим дорогам проехавшим, у нее уже там все растряслось, и, ну и вообще план Господа такой был. Но она была очень довольна, она сказала, я так рада, что я съездила в Нитинанду, так давно не ездила туда. Она посетила вот место явления Нитинанды, там храм. Она говорит, и потом я, говорит, конечно, уже слегла, не могла. Никакой ретрит, и уже поехала обратно. Какие-то бредные ехали обратно, она поехала. И вот эта уже неделя, она уже, конечно, ей уже стало видно хуже, и все равно она не лежала, она все равно сама себе все делала. Берча, надо что-то? Да нет, вроде все нормально. Но очень хотела, чтобы киртаны вот были. И не то, что киртаны какие-то прощальные, то есть она сидела там, пели киртаны преданные. Это меня, конечно, всегда это тоже сбило с толку. Я думаю, ну надо же, ну все нормально. А в этой неделе была Киртан-Мелы. У нас Киртан-Мела там. Естественно, мы все туда бегаем. Я так забегу к ней, смотрю, вроде все нормально. И там Бхакта с кем-то поют. Думаю, ну молодцы, какие поют. Я пойду на Киртан-Мелу схожу, пока все нормально. Я туда ходила. Вот. Ну, пару раз я пришла, какой-то день пришла уже, мы с ней сидели. И пришли преданные, приехали из Молдавии, вот группа преданных, и прям приехали, и такое ощущение, что они прям, они, главное, приехали и встречаются, а ощущение, что они прощаются. Там с ним обнимаются, говорят такие вещи друг другу, прям воспоминают что-то. И стол каких-то подарков навезли, всяких цикорий, сгущенку, там еще что-то.
чаи, да, все, что там нету. И она такая была, такая сладкая, все такие в экстазе, то, что вот с ней пообщались, так довольные. Вот, и мы сидели, и у нее этот интернет, компьютер, она Киртон мела все время там. Она очень любила Киртоны, и, конечно, это для нее было немножечко тяжело, что она не могла попасть на Киртон мела, там и Ниранджана с вами пел ее гуру, и, ну, и все старшие преданные, и все вот такие киртонисты известные. Вот, и поэтому она, по крайней мере, слушать дома пыталась. А интернет не очень хороший был, иногда пропадал, но все равно. Вот, и... Потом, когда вот киртанмела кончилась буквально, и на следующий день, или, в общем, в один день Вринда осталась у нее ночевать, говорит, нет, Абьярчи, я с тобой остаюсь, все, там, тебе может плохо быть. И они спали, но так как квартира у нее маленькая была, то как-то не очень было, может быть, комфортно, кто-то там... Может, дышал кто-то, чего, и она говорит, не, все, не надо никому оставаться, я, в общем, и нас в ту ночь не пустила, и как раз ей в ту ночь плохо стало, на следующую ночь. Ей стало плохо, ей тошнило, что-то рвало всю ночь, она ходила вот, в туалет, и на утро она как бы заснула. Нет, с ней преданная была. Да, с ней была преданная. Поэтому как-то... она сказала... Она говорит, ладно, ее достаточно, вы уже не это, тут там слишком много, на меня одну, что мне там... Но я на самом деле это все рассказывала, наверное, уже все это все смотрели, нет? Вот, и это преданная, как ее? Раса? Бхактираса. Бхактираса, да. Да, Бхактираса, она, у нее мальчишка в Гурукуле учится, и она приехала, Абьярчи ее к себе взяла, побыть ненадолго. И она звонит, говорит, Васанта, приходи, потому что я уезжаю сейчас вот, а Абьярчи что-то всю ночь было плохо, она сейчас уснула просто, она мало ли что, приходи. Я бегом прибежала, Вринде позвонила, мы, значит, прискакали туда. Абьярчи спит. Ну, ладно, спит, мы сидим, ждем, думаем, ну, пусть отдыхает, всю ночь не спала. Спит и спит, спит и спит, я такая... Ну, мы туда стали заходить, там ходить, она вообще не шевельнется. И что-то я заметила, у нее что-то слюна пошла или что-то, я пыталась подтереть. И я поняла, что она не реагирует. То есть она, я Вринда говорю, слушай, она не спит, что-то она не реагирует. Или что там. И мы начали, ну, как бы поняли, что она, видимо, в коме или как-то... Или очень устала в такой, с легкой коме. И мы ее получше положили, потому что она полусидя сидела, как бы просто не хотели ее тревожить. И вот мы ее получше уложили. И на самом деле ее то ли вырвало еще раз, то ли что-то такое немножко с крови. Мы испугались, думали, вдруг она уже сейчас тело оставляет. И Вринда давай кричать соседей, там все преданные, чтобы они хоть воду Ганги принесли, там туласи. Вот там кто-то пришел. Но это как бы просто, ну вот, было просто работа, видимо. И она, ну вот, в коме была. Но мы так сразу начали всех преданных созывать, уже понятно, значит, что... Вринда говорит, я уже такое видела, уже все, надо всех созывать. И я-то такого не видела еще. Как бы я просто понимаю, что человеку плохо, что может даже действительно в любой момент тело ставить. И пока, ну и она все эти организационные вопросы там... решала, потому что это нужно было, там всегда непредсказуемо, то есть надо сразу всех обзвонить, все предупредить, подготовить, чтобы, если что, все было готово на, там, на кремацию или, ну, вообще на все, потому что это долго там делается. Говинда-даты не было просто. Да, еще Говинда-даты не было. Муж отсутствовал. Он ехал, ну, то есть не ожидал, что такое произойдет, ему надо было срочно в Молдавию съездить. А потом нам Джананивас Прабху сказал, что это благословение считается, если когда человек умирает, и очень близких родственников нет. Потому что эти близкие привязанности сильные, они могут его как бы немножко затормозить. Так что это... Он сказал, что это даже хорошо. Вот. И я там просто с ней сидела все время, наблюдала, а Вринда все бегала, пыталась организовать все, что нужно. Преданных там сразу киртан организовали, просто попросили кого-то петь. Преданные стали петь в соседней комнате, у них двухкомнатная квартира. И стали преданные приходить. И главное, все
старшие преданные, вот как они узнали, во-первых? Во-вторых, ну, я просто удивлялась, что не приходит, то ученик Прабхупады все пришли, там Ситала прибежала сразу, жена Харишаури Прабху, Сома Прабху с женой, они ученики Прабхупады там, ну то есть... Агнидев приходил. Во-первых, это да. Гуру Махарадж, Бхактивиньян Махарадж. Прибежал Ниранджана с вами. Буквально через очень, не знаю, полчаса или через час пришел, сел и все, и сидел там целый день. И остальные все приходили, там Сурьешвара Прабху, там, не знаю. В соседней комнате киртан. Значит, киртан тоже. Стали приходить все эти киртанисты с киртанмелы. Как они узнали? Пришел еще Агнидев, тоже известный киртанист, попел так классно. Пришел этот Майпурис, пришли, попели. То есть Ниранджана с вами пошел, попел. Потом этот Оджасви. Он вообще это все там... Ну, он все сидел, а потом он пошел еще попел. Оджасви Прабху попел, тоже известный. Ну, в общем, все, кто там на киртанмеле приехали, и мы там потом удивлялись, что вот Абхьярчи Кришна, он так своих преданных, вот преданные, которые ради Кришны вот свою жизнь жили ради Кришны, может быть, может, они известные были, может, неизвестные, много сделали, может, немного, но вот они искренне старались как бы жить для Кришны, вот как Кришна о них заботится, вот самый важный момент. То есть она даже никого не просила прийти там, позвать кого-то. Она вообще скромная была. Даже если бы она в сознании была, она бы вряд ли попросила, позовите мне того, позовите мне это. То есть, ну, Кришна взял, и вот она очень хотела на киртанмелу попасть. Вот у нее в последний день вся киртанмела прямо сидела, ей лично вот это там пела прямо. Вот кому так еще может повезти, я не знаю. То есть, гуру, чтобы присутствовал при твоем уходе целый день, и при том не то, что его просили, он сам хотел. Он сам пришел, он сам сидел, он хотел, он молился там. Он сидел прямо с нами рядом, вот так вот. Он сидел вот так, ее кровать вот там он сидел, потом он стал читать источник вечного наслаждения, танец раса. Про гопи, все чувства гопи там. Ой, я сидела, вот объярче на кровать, вот она здесь, а я сидела в окна, ну как кровать. Бы с ней на кровати. И все, а все кто тут приходил... Тут... Я сидела, тут все остальные, в зале все остальные. И он читает ей, а мы в первую очередь это все слышим. Я уже не знала, там плакать или радоваться. И при том, она так все устроила, вот Кришна, и вот она вообще всегда не хотела никому беспокоить, доставлять. Как-то какие-то вот проблемы там из-за нее. И никаких беспокойств. Вот и все там потом мне говорили, ой, спасибо вам, вы так вот вообще такие. Я думаю, за что спасибо вообще? Это ей надо сказать спасибо, что она столько нектара нам вообще на нас пролила. Я просто сидела и все получала, весь этот трансцендентный вообще нектар. Эти эмоции, вот эти преданные, которые приходили с ней, общались. И я это все видела, как настоящие преданные помогают. Что значит вот преданный и друг? Вот, что ты в самый последний момент, вот все именно тебе помогают. Понимают, что это самое главное вот сейчас. И приходят, и помогают. И я это все наблюдала. Я и так благодарна была за то, что я нисколечко, ничего мне было ни тяжело, ни плохо, никакого усилия там. То есть она вот с утра, как бы самое удобное время. Не надо ночью не спать. Утром уже проснулся, помылся, все. Пришел и сидишь. Просто вот наблюдаешь, держишь ее за руку. Ну что тут тяжелого? Повторяешь мантру, слушаешь катху, там киртан удивительный, сладкий. Ну, в Ринде было тяжело, она там носилась. Не было хорошо. И потом, значит, вот так вот я просто поняла, как Кришна, вот он просто все вот так вот устраивает, все их свои энергии организовал, все само собой. Значит, Ниранджана с вами. Потом пришла медсестра. И мы у нее спросили, ну как, ну что там, какое состояние, непонятно же. Несколько раз было такое, что у нее опять вот рвота с кровью, и мы опять думали, что и как-то такое напряжение, потом вроде нет. И все вот не понимали, что там происходит уже вот вроде бы там к вечеру 4-5 часов. И она говорит, ну она,
Ну, она так посмотрела, потому что в стабильное состояние, говорит, ну, может, до завтра даже дожить. Не раньше с вами так подумал, целый день ничего не ел, ничего не пил, там сидел уже. У него диета, вообще-то режим. И он, ну, ему ученики говорят, ну, Махарадж, сходите, может, покушайте, хотя бы чуть-чуть передохните. И он так вот подумал, ну, раз до завтра, ну, сейчас быстренько схожу и приду. И вот он ушел, не знаю, на полчаса, на час, наверное. И в это время, пришел в это время Суреш Варапрабху, он ему говорит, давай, почитай источник за меня. Он говорит, ну, я полчасика могу. Он почитал, потом пришел Бхактивиганга с вами, Махарадж. Он не успел почитать, но он просто там помолился, повстоял, так по это. Читань Чандра приходил с Гуричандрикой. Гуричандрика вообще такая потрясающая, с ней там разговаривала. Да, я очень любила. Гладила ее за руку, там ей столько говорила приятного. И когда она говорила, у Берчи рука дернулась. Вот так она не была в такой какой-то глубокой коме. Она в таком очень сильно устала еще из этой болезни, как это такое слабая кома. А когда к ней кто-то такой подходил с такой любовью, у него прям она как-то показывала, она что она здесь. Вот да, сжимала мне тоже. Вот Гуричандрика прям ее вызвала, но она прям начала реагировать. Вот. И потом Госвами Махарадж пришел, а потом после парикрамы пришли Джананивас Панкаджангри Прабху. Потому что Абьярчи их очень любила. У нас, ну, конечно, в Майпуре они для нас как бы как такие шикшигуру, я не знаю. То есть вот как раньше, где там, в древние времена там деревенский Госвами. Гуру, да, или там Госвами, да. И ты, и, ну, как бы это вот, ну, как бы наш гуру. Их все любили, естественно, она о них заботилась. Если у них что-то болело, там всегда приходила, советовала им, что там они, да, они такие все. И они узнали, что вот она, ну, ей плохо, и пришли с парикрамы. Целый день на парикраме были. Пришли с парикрамы. Сумочками такие запыленные прибежали. И сели рядом. И такие так смотрят, там киртан, такие прям. И взяли тоже, начали читать. Пока Джангри Прабху сначала прочитал главу, потом Джананивас Прабху прочитал. Прям ей на ухо так читают. У них такие голоса трансцендентные. Там вообще, там такая атмосфера сразу духовная. И так она была очень духовная. Тут еще более, да, я не знаю. Вот. И так Джананивас Прабху читал. Он прочитал главу. И такой, тоже они очень скромные. Они как бы, и такой типа, ну, что дальше? Ну, кто-то еще может. И я так испугалась, думаю, не дай бог, чтобы кто-то еще, пусть он лучше читает, ну и пока, чтобы. Я говорю, следующую прочитайте, пожалуйста. А там как раз про Акруру, как Акрура увозит Кришну из Вриндавана. Я что-то посмотрела, Акрура, ой, мне так что-то страшно стало, думаю, сейчас как такое. А Панкаджангри такой увидел, что я так испугалась, такой. Джананивас Прабху показывает, какой момент читать. А там как раз о чувствах гопи, когда они вот поняли, что Кришну увозят, и как они вообще это все чувствовали, там, как они не хотели, как они переживали. И вот этот абзац он начал читать. Ой. И как он начал читать, я смотрю, я не знаю, я же никогда ни такого не наблюдала, я же не знаю, как это все должно быть. Я просто смотрю, Абьярчи что-то дышать реже стало. Я так, ну, насторожилась, но я не хотела всем там показывать, потому что когда она что-то такое, кровь шла у нее, все начинали сбегаться там, и немножко беспокойство было. Я думаю, я сейчас ничего не буду показывать, а то опять все сбегутся. А, ну, в общем, и так тихонечко просто наблюдаю, что только все, кто рядом были, они тоже так увидели, что она стала реже дышать как-то. Ну, так она нормально дышала, как-то с задержкой, я думаю, не знаю. И я так ее за руку держу и смотрю, она реже дышит. И думаю, может, очень спокойно, то есть... И Джананивас Прабху ей читать прямо на ухо, я не знаю, вот так ухо ее, вот так он ей читает, а у него голос, вот не скажи, вот он хоть тихий, но он такой пронзительный, он пронзает вообще все оболочки невежества. Когда вот он еще говорит, это просто необычно. Я сидела, я вот это все слушала и видела, и я чувствую, что, во-первых, я знаю, что они долго не могут остаться, они после парикрамы, им уже идти надо тоже уставшие,
Они старшие пуджари, они завтра должны вставать все в 3 утра, у них там пуджи всякие. И, вот. Во-вторых, тоже, ну, я думаю, спекулирую, думаю, ну, такая объярче. Все, уходи, уходи. Такой хороший момент. Смотри, Даниил Прабху там преданные. И сейчас, я не знаю, лучшего вообще не бывает. Просто еще они вдвоем. Ну, я не знаю, там готова была сама умереть на том же месте. Лишь бы вообще вот в такой атмосфере умереть, это... Я... Ну, это не потому, что я там говорю, это просто она уже уходила. И буквально через 3 минуты или сколько-то там, 5 минут, вот он читает, и раз, она перестала дышать. И мы с Фриндой такие поближе стали проверять. Ну, как там проверишь? Ну, не дышит. Так, так спокойно, под Кришнакатху, под киртан, с чистыми преданными. Просто раз, все так спокойно, так вообще никаких беспокойств. 6:20, да? 6:30, сколько это было? 6 чем-то. 17, по-моему. И все. Ой, мы вообще, мы как давай там рыдать и радоваться, и вообще такое, ну, такая удивительная атмосфера смерти, я даже представить не могу такое. Ну, то есть никакого, она всегда боялась до этого, когда у нее рак был, какая-то стадия сильная, у нее очень сильные боли были, начались. В какой-то момент очень сильные, Говиндата говорил, что она вот боялась, что как бы когда ты умираешь, у тебя такие боли, как ты вообще о Кришне можешь по этому ресерчу, вообще медицинскому, объяснялось, что вот при том наборе, что у нее есть, то есть какая должна быть симптоматика. И это, когда описывалось, это просто вот таким ужасом, адом для нее. То есть отказывали глаза, язык вываливался, человек полностью не соображал, что происходит, он не мог сосредоточиться ни на чем, а у нее этого ничего не было вообще. То есть там и боли при этом очень страшные. Да, и то есть... А у нее не было этого ничего. Но в какой-то момент у нее были боли просто вот... Ну еще до они, этого, да. Там несколько месяцев. До химии. Да, то есть рак, видимо, как-то там активизировался. И она очень, ей больно было очень, и она все с мужем советовала, ну, как бы, как вот умирать, если так, вот такая боль вообще, тут, ну, как мог Кришне помнить? Вот, и, ну, вот Кришна вот так вот и так устроил, что ни боли не было, ни... Еще она очень до того, как... Ну, в какой-то период до этого рака, она очень, ну, была серьезная, и все время... пыталась, ну, прогрессировать, как бы, и у нее всегда вот такой пунктик был насчет повторения мантры. Вот за несколько, какое-то время до вот этой болезни. Она всех спрашивала, ну, вот как повторять внимательно, вот как, ну, как вот предаться, потому что у меня, ну, как бы, вот все хорошо в жизни, у меня все нормально, у меня хороший муж, вот замечательный ребенок, деньги есть, то есть, ну, все хорошо. Как бы обычно... Стимул к повторению мантры — это какие-то страдания. Вот у тебя все плохо, и ты уже Кришне. А когда все хорошо, ну ты повторяешь, но не так искренне. Вот. И она все переживала, что она не так искренне повторяет. Вот переживала, у всех спрашивала, даже помню, киртан у нас был дома, Джаньос Панкальдангер пришли. Она вот все, даже у него спрашивала: ну вот, а как вот повторять вот так вот очень искренне, как-то вот предаться? И вот они там что-то отвечали, разговаривали, я помню. И потом, вот буквально очень, через очень короткое время, вот этот рак у нее случился. То есть, и она вот стала, видимо, очень внимательно повторять. И одной нашей подруги, тоже индулеки, тоже с тех времен, с Санкиртаной, она тоже в Индии живет, в Пуне. Она приехала, как раз приехала в последний... В этот день, когда Абьярчи уходила, она просто в Майпур приехала, пришла к Радамадаве, такая говорит: стою перед божествами, пытаюсь им молиться, и не могу. Говорит: ну, такого не бывает. Ну, как бы, молюсь обычно, молюсь. Они мне, ну, как бы, говорят: иди к Абьярчи, иди к Абьярчи. Она ничего не знала. Ну, Господи, что такое, прям сейчас, что ли? Пошла, и Абьярчи как раз вот тело оставляла. Уже в коме была, она с ней не успела даже не поговорить, ну, то есть...
Ей было очень, ей так хотелось, но она тоже близкая подруга, как бы пообщаться. Не близкая подруга. Ну, я имею в виду не то, что я имею в виду не то, что близкая-близкая, но очень хороший друг раньше, знакомый. Вот. И потом она так сильно медитировала на то, что она не могла с ней пообщаться, что и сон, ну, ярче приснилось ей недавно. Она, у нее все, она тоже такая вот. Такой фанатик сознания Кришны, как предаться. Она все у нее спрашивала: Бьярчи, ну как вот у тебя получилось так предаться, как святому имени? Вот как так предаться у тебя получилось, что вот... И она ей говорит, ну во сне она мне потом рассказала, она мне говорит, ну как какие-то усилия, она мне спрашивает, какие-то усилия совершала вот в повторении мантры. Вот как вот ты смогла так вот такого вот результата добиться, типа? А она и говорит, а ты когда мантру повторяешь, ты должна молиться о милости. Ты молись о милости очень сильно. То есть, ну, как-то там, и все, не так много, как всегда она. Много не говорит. То есть не просто там своими, видимо, усилиями мы Кришну вот мы можем понять. Она вот именно молись о милости очень сильно. Ну, вот так сказала. Вот. Ну, наверное, я закончу. Вот и Вринда расскажет, что она помнит. Да. Спасибо большое, что вы пришли все, потому что на самом деле это для нас такой момент жизни особый. Этот человек в нашей жизни был многим для нас, и потому что она была старше нас в духовном смысле слова. Поэтому, конечно же, для нас это большая потеря. Большая утрата. Я бы хотела вот сказать насчет воспевания святого имени. Вот Васанта сейчас говорила об этом. И в моей вот голове всегда проносилась картина. Я помню Абьярчи, ну как бы мы с ней встретились, наша дружба была уже более 20 лет. То есть и практически, как мы только с ней встретились, мы никогда не расставались. Даже замуж мы вместе выходили, в один день у нас была ягия, мы нарисовали все ромашки тут. То есть она не рисовала, я ей, мы не умели, потому что мы такие были пробу больше мальчишки, чем девчонки в то время. И я вот помню ее очень хорошо, вот с первого момента. Я помню вот именно один такой яркий факт того, что она была преданной. Она не то, что была там хорошим человеком или плохим, или, то есть это как бы к ней не относилось. То есть она была преданным, это было явно видно, то есть с ног до головы. Ее желания, ее какие-то устремления не всегда были направлены на Кришну. И ее вообще вся жизнь, она была глубокой медитацией, глубокой работой над собой, над джапой, и именно как раз на распространение книг Шрилы Прабхупады. Мы жили, знаете, когда ты живешь по жизни с человеком, то есть муж, жена, да, то есть бытовые какие-то моменты, они всегда говорят о многом. Мы знаем друг друга, ну, то есть в быту очень хорошо. Вот мы с Абьярчи жили очень близко, в ашраме, потом в грехаскашраме, потом в Майяпуре. Наши мужья, они самые лучшие друзья, то есть best friends. И тут уже ничего не утаишь, правильно? То есть, если когда мы видим кого-нибудь там, мы думаем, ну, в принципе, мы же не знаем, как и что там дома с человеком происходит. Так вот, Абьярчи я лично могла наблюдать просто вот так вот, каждую секунду, каждую минуту. И иногда она меня, ну, то есть, какие-то моменты такие ее серьезности, взрослости, они меня немного даже пугали. Потому что я думаю, ну так, ну окей, так можно, но не до такой степени. Все-таки она действительно была очень серьезным преданным.
Ее серьезность, это она была каждый день. То есть вот с самого начала, как я ее видела, и до конца жизни, я могу сказать, что человек, он никогда не играл в преданного. Если, например, ну как бы опыт, например, мой, я пытаюсь быть преданной, я как-то стараюсь там или еще что-то, у нее она была ей. Вот именно как раз то, что она была ей, это доказывает, что всю свою жизнь она очень серьезно относилась к своей духовной жизни. То есть даже ее замужество, оно было основано не на каких-то девичьих сентиментах. Даже ее сын, который прекрасный мальчишка, прекрасный ребенок, он появился не из-за того, что по великой любви. Это была ее миссия. Это было четкое осознание того, для чего она живет. Вот эта осознанность, она действительно, Васанта говорила, вот, что ее глаза не выдавали, то есть глаза человека не выдают. Вот ее глаза всегда выдавали преданного в ней. Очень сложно говорить, потому что действительно это очень большая потеря для нас. Потому что как бы все твое детство в сознании Кришны, твоя юность, старость, она именно слаживается из таких, из преданных. То есть мы, наша духовная жизнь, она именно состоит из таких душ. То есть Абьярчи — это личность, которая способна тебе зародить, поддерживать и нести Кришну. То есть это пример очень сильного вдохновения на самом деле. И отношения были разные, честно скажу. То есть дружеские отношения — это подразумевает разные отношения. Иногда было очень здорово, хорошо. Иногда было очень больно, иногда было по-разному было. Но ты понимаешь, вот сейчас уже с этой позиции как бы какого-то времени, ты понимаешь, что в этих отношениях ты рос. То есть как личность, как преданный, то есть ты постоянно находил, качество преданного, когда ты с ним соприкасаешься, он тебя постоянно поднимает с твоего уровня, на котором ты находишься, именно своим вот отношением, примером, своим как целеустремленностью в духовной жизни. И Абьярчи — это не про то, что она была милая, хорошая, то есть такая, знаете, она была разная. Это была личность со своими глубокими таким осмысленным стержнем, какими-то, может быть, внешними, как казалось, недостатками, может быть, да, ну, как бы, хотя у преданных нет недостатков. Но это был человеком, вот как Шрила Прабхупада говорил, да, это был человеком Кришны, то есть ее нельзя было перепутать. Я помню ее на Санкиртане тоже. Я приехала, я была самой последней, тот, кто приехал в Одесский ашрам. Ну, на таких правах молодого преданного я как бы всегда... Не было удачи созерцать это все, вообще всех этих великих душ. Причем я вначале услышала про них всех. Я услышала, а потом уже увидела. И обычно, когда ты слышишь о чем-то, потом, когда видишь, разочаровываешься. Но это первый раз в моей жизни, когда я увидела и не разочаровалась. Причем я не разочаровалась, и я могу с твердой уверенностью сказать, что я осталась в обществе преданной благодаря этим душам. С Абьярчи я много очень ездила на Санкиртане, я была ее водителем, помогала тоже подписывать. И вообще мы просто дружили, потом в конце мы очень сильно сдружились. Честно вам скажу, это было самым прекрасным, замечательным временем в моей жизни, когда я была вашими 6 лет. Потому что именно вот это вот общение такое, которое я бы нигде никогда не получила –
вот по тем или иным причинам, каким-то своей обусловленности. Потому что вот в том городе, где я пришла, например, меня просто выгнали из ИСКОН. Сразу. Я просто говорю, да, ну вот так мне повезло. А преданные вот по милости вот этих возвышенных душ, они меня обратно приняли, мало того, приняли, еще и задействовали какие-то мои. Ну, я согласна, что меня выгнали, я не то, что тут жалуюсь. То есть все законно было. Но вот они каким-то вот образом меня приняли, обогрели, научили и влюбили в Кришну, в преданных, опять же. Гуру Махарадж, вот я хочу сказать особый какой-то момент, отведу Гуру Махараджу. Вы знаете, у него к ней было особое отношение. То есть если он, у него было, вот он много раз говорил, даже у нас преданная есть Таширада Матаджи, она учительница Гурукулы, директор школы Бхактивидипурна Махараджи. И один раз в разговоре со мной она мне сказала, что Гуру Махарадж, он так любит Говиндадату. Он его так любит, потому что на него можно положиться. И вот Гуру, и вот Абьячи, на самом деле, это тот человек, на которого можно было положиться. Все, что касалось преданных Кришны, это железный был такой тыл, знаете, такой мощный. Она всегда не была ни одного, ну, как бы, она не жила для себя, она жила все время для того, чтобы преданным было хорошо, чтобы Санкиртана двигалась, она распространяла книги, она Гуру Махараджа. Даже если она что-то не делала такого вот прямо монументального, да, уже после ашрама, как она делала в ашраме, в больших масштабах, то когда она уже была в грехаске ашраме, она продолжала это делать. И делала это с очень большим энтузиазмом, как будто она, ну, как бы ничего не поменялось. Обычно, знаете, когда ты в ашраме, то ты как бы пытаешься себя, ну, раскрутить, да? А потом уже, когда замуж, уже все нормально, уже можно как-то так расслабиться, уже все получил, все, что хотел. Кришна вымолила у Кришны. Нет, Абьярчи – это не тот человек, понимаете? Она действительно была трансцендентным хищником, ей всегда было… А как любому хищнику, ему всегда мало, понимаете? И вот она… У нее всегда были планы, у нее всегда был четкий… схема, как дальше продолжать эти проповедь. И вот она это делала очень изящным образом уже после того, как она стала грехаской. Приводила людей, она заботилась о них. И уже будучи, когда она заболела, мне бы хотелось этот рассказать случай тоже. Она в Молдавии, в Кишиневе, была девочка одна, которая преданная. Она только буквально присоединилась 2 года как к сознанию Кришны. Шрила Рагханатха Махараджа ученица. Она даже не была не инициированная. И когда она услышала о том, что она серьезно болеет, она ее тоже захватила с собой. И вот они две такие здоровые приехали лечиться в Гималайи. После того, как они там побыли, какое-то время они приехали в Майяпур. Приехали, чтобы Маша ее звали, эту девочку, чтобы она побыла тоже в Майяпуре, а потом уже вернулась обратно домой. Ну, в общем, мы жили все, здесь еще Кундалаты, как раз Васанты не было, мы там с Кундалатой вдвоем были, у Васанты дома, она милостливо предоставила прибежище. И вот Машенька там жила вместе с Кундочкой. Я, естественно, так как Кундина подруга, мы постоянно ходили, ели, читали, шили там что-то, ну, делали, как-то собирались. Но в какой-то момент там получилось так, что объярчи начали происходить обострения, она уехала из Майяпура. И вот буквально до того, как ей уезжать, Маше, за 4 дня до ее отлета она оставила тело. Сначала у нее билет был на раньше, она поменяла билет. Ну, это детали уже как бы, да, так ну, сам Кришна. Факт, да.
сам факт, да, у нее был точно, это не детали, это да. Вот за 4 дня. Причем, вы знаете, это было потрясающее. Тоже момент, я бы его хотела озвучить, потому что, ну, совпадений не бывает, вы же понимаете. Мы же тут все, как бы, взрослые, здоровые люди, да? В Дхаме особенно. То есть ты видишь, что на всем рука Бога. Он за все отвечает, он все организует. И Маша, ей 36 лет, она никогда не была замужем. То есть она кумари, она чистый такой человек был настолько. И вот ее сознание, такое вот сознание, в каком она находилась в Дхаме, это можно было только удивляться. Она так была благодарна. У нее из-за того, что у нее был цирроз печени, у нее был живот вот такой, все думали, что она беременна, кто не знал. И вот такие ноги. И она была очень высокая, какая-то инопланетянка, ее все называли, и все время улыбалась. И вот она напечет, я прихожу на Вриночка, я вот тортик вам с Кундочкой напекла. Сама стоять не может. Вообще, она, то есть, у нее, она вот что-то сделает или ложится. А я вот печеньки покушайте, пожалуйста. А я вот, Вриночка, а что ты хочешь вкусненького? Ты придешь? Я говорю, ой, я не знаю, у меня тоже ребенок, он так требует очень серьезного присмотра в связи со здоровьем. Я так не могла как-то врываться постоянно. Но из-за того, что вот это ее глаза, они мне тоже не давали покоя, вот эти глаза вайшнавов, я все время возвращалась, именно чтобы покушать этих тортиков и вот этого печенька. Мы когда с Кундой его ели, вот Кунда не даст соврать, мы все время сидели и говорили, Кунда, ну что она туда ложит? Мы же взрослые люди, мы наедимся, идем домой, и на следующий день я опять прихожу. Вы знаете, это тоже был такой пример удивительного предания Господу, потому что человек приехал первый раз в Святую Дхаму, 2 года в сознании Кришны. Кто вообще, вот как вы думаете, она меня не знала вообще. То есть мы месяц с ней только виделись. По милости Объярчи, это я как бы продолжаю тему. Она ее привезла, Объярчи ее привезла. Она нам ее отдала на сохранение, потому что она нам доверяла. Она не могла тогда о ней заботиться. И я помню, когда Кунда мне звонит и говорит, Вриндик, я не знаю, что, но что-то не то происходит. Я говорю, а что с Машей? Я не знаю, она лежит. Она лежит, ну, как бы все нормально, но что-то там ночью тоже было у нее не так. Я говорю, хорошо, иди домой, я сейчас прибегаю. Я как раз звоню Лаванге, говорю, Лаванга, срочно собирай всех. Доктор, что-то, по-моему, будем ее сегодня как-то ловить, говорю, Машу. Приезжаю, она так же лежит, как лежала. Ничего, это 6 часов утра. Лежит и смотрит на меня так же. И жалеет меня, что я встала. А я только встала. Потому что, ну, как бы... И она мне же... Да ты, наверное, устала. У тебя столько служений. Я говорю, ага. Я говорю, а ты как? У меня все хорошо. У меня все замечательно. Я говорю, а ведро чье? А я смотрю, у нее ведро стоит полное с кровью. И... Мое. Я говорю, да. Я говорю, ну сейчас хорошо. И набираю уже, хочу поговорить с Лавангой, чтобы точно, давай быстрее. Преданным, да, с преданным, который вот как раз, когда мы обычно с Лавангой в паре работаем, она всегда оформляет, а я всегда все там убираю и как-то пытаюсь организовать тоже возле человека все. Ну, в общем, короче, говоря, я ей говорю, ты знаешь что, ты взрослый человек, да, можно с тобой серьезно говорить, открыто, да. Ты понимаешь, что происходит? Понимаю. Я говорю, смотри, у нас 2 варианта, либо мы сейчас садимся в Калькутту и едем и будем пытаться, либо мы сейчас остаемся тут, и ты оставляешь тело спокойно в Дхаме. И она незамедлительно сказала, я остаюсь здесь. То есть человек, то есть это не было такое, что человек, он
предание какое-то, или вот она еще что-то. Она собиралась вылечиться, она собиралась выходить замуж, она собиралась рожать детей. То есть это произошло очень быстро, это не было подготовкой какой-то, это не было чем-то таким, знаете, ну, как сказать, запланированным. Смерть не была запланирована, она не входила в ее планы. Я ей сказала это в 6 часов, в 11:17 она оставила это тело. Причем, вы, бредная, понимаете, это такие вещи, это не объяснить даже вот словами, не передать, но ты понимаешь реально вот разумом, что вот ты ничего не можешь контролировать. То есть единственное, вот я помню только себя, что я пыталась ее как-то, ну, пыталась проконтролировать, что были матаджи только в Прабу, там пели киртан в алтарной комнате. И Господь, Он сам все устраивает для своего преданного, для своего любимого преданного. Я помню, когда она сидела, она даже нам говорила, что ей надо делать. Представляете, человек, это было потрясающе. Для меня это было невозможно это понять даже мозгами, потому что девчонка 36 лет, которая... Я сейчас не плачу, потому что мне жалко, что на это. Я просто от восхищения, потому что я такой красоты не видела вообще никогда в своей жизни. И она говорит, так, вот это вот то-то, вот это сюда, вот это вот так вот. Она понимала, на что она идет. Знаете, вот когда женщина рожает, но все-таки роды – это такой момент радостный, что придет еще. А это же как бы, что ты, как ты. Это только могут серьезного уровня воины так относиться, не женщины. Или высокого уровня преданные, правильно? И вот Машка, в конце концов, она стартанула, причем так красиво. И у меня вот из-за того, что была ответственность, хотя у меня до этого тоже так, по милости Господа, моя близкая подруга тоже еще одна, но она уже была в почтенном возрасте, она оставила тело. И я уже примерно понимала, что и как, и зачем. А тут было немножко непонятно, я тоже неофит в этих делах. Так вот за один год вот двое таких близких людей, они просто один за одним. Это очень сложно было, умом даже, ты даже как-то не соглашался, и была такая напряженность, такая какая-то была, ну, сложно было очень, поверьте, нам было сложно. Нам было сложно, ей не было сложно. В какой-то момент, когда я терялась, она мне схватила так за руку, посмотрела мне в глаза, преданные повторяли, естественно, мантру, и сказала: «Радышьям». И все на меня смотрят, потому что я рядом. Мы пели Джая Рада Мадова, она Радышьям. Я такая: Радышьям. И хорошо преданные там, которые были более-менее такие поживее, она меня не отпускала просто от себя. Они побежали и принесли Радышьям. И она все это время, когда от и до, она повторяла: Шьям, Шьям, Шьям. Она вот так и ушла со Шьяма. Понимаете, это, как сказать... У меня даже есть видео, но я, к счастью или к сожалению, они у меня хранятся, но я их не привезла, у меня не было, я не думала, что это так будет. После вот этого примера, конечно, у нас в Майпуре просто был такой, знаете, тишина, никто даже разговаривать не мог, потому что то, что мы увидели, то, что вот матаджи, представляете, матаджи перестали заниматься праджалпой. Они останавливались и говорили: ты помнишь, Машка, да? А что? А ты помнишь, как она? Они начали, естественно, вот клянусь вам, месяц это был у нас Маша Катха. Все вот так, и они передавали вот это. И, конечно же, для Абьяджи это было сильным ударом. Она очень сильно страдала. Она почему-то очень всегда была ответственна за того, кого она не приручала, в нашем случае она приводила, она очень сильно тяжело пережила ее уход. Да, она плакала, я помню, ее успокаивала, она говорит: я не могла, я говорю: Абьяджи, о чем ты говоришь? Она сама была там, как калека, они ходили, две калеки такие, знаете, один
Ну вот это вот момент, понимаете, если уже как бы отступить от этих всех сентиментов, они очень сильно погружают, поглощают, но ты видишь вот эту силу, силу, мощь личности преданного человека, который сконцентрирован на цели. Вот Абьячана мне всегда напоминала Арджуну. То есть она была очень мощной, даже энергетический человек очень мощной личностью. То есть с ней стояла, ты чувствовала, что, ну, как бы, ты в порядке. И вот как Арджуна, она всегда видела цель, куда бить. То есть она четко знала, что она хотела от жизни. Она четко знала, что она хотела в этой жизни и как она хотела. И ее смерть – это доказательство тому. Вот как она прожила всю свою жизнь. Вот так она и ушла. Она прожила всю свою жизнь для Гуру Махараджа. Она прожила всю свою жизнь для преданных. Она прожила всю свою жизнь для миссии Санкиртаны, воспевая святое имя. Вот так вот оно и случилось. Вот это были просто, вот знаете, такое показательное выступление. Еще раз, если Маша, это был спонтанный такой уровень, знаете, предания, то есть она хоп, и ушла, и нету. То Бьярчи это был основательный. Вот сейчас хорошо я вам показала, как я живу, жила, вот вам все. Ну, я так как бы для себя. А сейчас я вот оставлю тело. Причем вот действительно, вы знаете, это удивительно. Все время ее болезни, она часто приходила к нам. Она принимала, у нас наверху там в Вайшнавской академии есть ванна, и мы делали ванну с содой, чтобы она, ей тогда боли снимались очень серьезно. Боль в спине. Вот когда она приходила, на самом деле, я всегда видела ее настроение. То есть у нее не было удрученного настроения, у нее не было вот этого, знаете, ой, вот это. Мы все время смеялись. И причем смеялись, знаете, у нас такие шутки были мужицкие на смерть. Ну, то есть о смерти, как мы там это. И она такие отпускала тоже шуточки, черный юмор. Что скоро, подожди. И мне это так всегда вдохновляло, потому что, в принципе, это была Бьячи. То есть она жила вот так вот. В черном юморке таком, знаете. И вот так вот она и ушла. Она ушла. Сложно, как говорится, определять что-то, но Гуру Махарадж, он написал письмо. Вы читали, наверное, все, да, его? То есть это очень явно, очень явно и понятно. Всем. Не требует комментариев. И вот интересно тоже такой момент. Я для себя поняла, что когда вайшнавы уходят, вы знаете, вот нету такого опустошения. Удивительно. Вот нету ощущения, что вот недопетости какой-то. То есть, знаете, это вот какая-то завершенная красивая история. Была, жила и опять живет. Просто это нету вот этого, почему у нас, ну, как бы иногда возникает такой вот, это только просто потеря того, что ну, ты ее не пообщаешься сейчас. Просто только из-за этого. Нету вот этого какого-то вот такого страдания в тамасе, такого вот, ой, бедненькая там, или еще наоборот. То есть это очень естественно для нее было. То есть ты смотрел на нее. И в этом видел красоту, в этом не видел ужаса какого-то, или то, что она молодая, и то, что вот у нее ребенок маленький, муж, который... У них были прекраснейшие отношения, я их знаю, потому что это очень близкие друзья моего мужа, Гриндата. Я знала всех их отношения. То есть у них была семья очень духовных таких людей, и есть она. И у них отношения основывались не на сентиментах там каких-то таких внешних, а на очень глубоком осознании того, что они слуги преданных и Бога. И вот у них она так и функционировала, да, всех их деятельность, она была возле этого, возле служения крутилась. Поэтому можно много говорить о каких-то вещах, но и смерти не надо бояться вообще, потому что этот момент, если он... смерть — это и есть Кришна.
на самом деле. Вот у нее, вот что у одной, что у второй, что у Маши, что у Абьячи, у нее было, вот знаете, такое спокойствие. Во-первых, святая Дхамма, и вот это предание себя, вот, то есть они как-то в какой-то момент, видимо, у них это произошло уже. Такое вот. Машка, она, я так просчитала, 6 лет, но в принципе она понимала, что когда-то что-то. И Абьярджи, она в какой-то момент, раз, потому что я помню ее, она для нее, она была очень сильно привязана и к ребенку, и к мужу. Это ее были просто, это ее сокровища. То есть как для женщины это было, это, и у нее было все замечательно, действительно, везде. В экономическом смысле, в эмоциональном, в духовном, в любом смысле. Но вот она это как-то сумела все оставить. Оставить, потому что, видимо, за этим был серьезный поинт, момент. То есть она все это связывала глубоко с Кришной. Вот. И мне почему-то хочется вот говорить о ней как о преданной больше, чем как там о ком-то или о чем-то. Я ее даже не ассоциирую с женщиной, вы знаете. Мне всегда говорили «Абьячи, женщина». Что «Абьячи, женщина»? О, не-не-не, только нет. То есть у нее это было настолько явно, это особые души, действительно. Это то, вот, то что вот из песни слов не вытянешь. Ты смотришь на человека, понимаешь, у него вот это есть реализация, и вот эти личности не приходят для того, чтобы показывать какой-то пример, поддерживать общество преданных, давать им, как-то продвигать миссию Шрилы Прабхупады, растить других вайшнавов, помогать им в духовной жизни. Вот Абьячи, да, она этот пример, даже Гуру Махарадж, он говорит, да, я вот начала, что на нее можно положиться. То есть на Абьячи можно положиться. Он ее очень... В этот момент, я помню, когда мы с ним сидели, вот прям вот так вот, он всегда... Он плакал. В какой-то момент я видела, у него слезы текли. Он ее сидел вот так возле нее, повторял, и у него слезы катились. И, ну, это не были слезы, конечно, там какого-то... Это были слезы глубокой благодарности, любви и привязанности, потому что он видел ее всю жизнь, наблюдал. С 19 лет она даже бросила институт, гидромедцентр, который вот погоду, она его оставила ради того, чтобы книги продавать. И у нее все время было такое настроение. Да зачем вообще, какое вообще-то, Говиндата, она всегда говорит, Говиндата, зачем это все, вот книги есть, это есть, вот зачем это, она вообще не понимала, зачем вообще этот мир весь существует без Кришны, если он без Кришны, зачем он, да, то есть у нее вообще такое было интересное отношение к этому, оно, конечно, впечатляло сильно, вот. В принципе, можно много говорить, есть очень много историй каких-то, но, может, кто-то еще знал ее, поделился, но, может, кто-то видел ее когда-нибудь. Она вот всегда, знаете, со всех вот поединков выходила победителем. Я помню, как-то один раз нас с ней, мы, ну, поехали без прав на чужой машине, без доверенности. Просто Бхакти Вайпава Махараджу нужна была хорошая машина, мы отправили одного прабу за ней. А он оставил свою и сказал, только, пожалуйста, не ездите на ней. А потом уже, когда уезжал, говорил, только хотя бы в Тирасполь не едьте. И мы сказали, да, да, мы забросили книги сразу в эту машину и поехали в Тирасполь. И нас поймали прямо в Одессе на двух столбах там. Я вылажу, он говорит, давай, вперед, разбираюсь. Я вылажу, дяденька, пожалуйста. Мы его только до Тирасполя, мы обратно, мы ее не украли. Он сидел, говорит, девчонки, ну что, я говорю, ну честно, я вам говорю, мы не украли. Он говорит, ну хорошо, ладно, я пробью, если она не в угоне машина, то я вас отпущу, а вы там уже ваши проблемы, как там будет. Но он пробивает, и каким-то образом эта машина в угоне оказывается.
кузов, не двигатель, а кузов. И он, естественно, нас на, этот, на штрафплощадку, все, а там они еще ко всему же каких-то ловили там бандитов. Приезжает начальник этой штрафплощадки, вот это, такой он на Орфинджуса маленький такой человечек забегает, увидел нас и сильно обрадовался. Говорит, что попались? Обеча, а я стою, а мне так смешно стало, я не могу, потому что, во-первых, мы стоим, а я говорю, мы монашки. Сама стою в пиджаке, ну, не монашку, я на монашку никогда я не походила. Ну, в общем, нас закрыли, отобрали машину, а Обеча еще на него наехала, как раз он вообще озверел. Ну, мы вернулись без машины, приезжает этот дядечка и говорит, ну, что, мы... На штрафплощадке. Он нас берет за штиряк. Берем это. Книги, мы никуда без книг не ходили. Пошли туда. Он ругается, весь зеленый идет. Ему, я помню это. И Гунманджари у нас такая еще удивительная преданная была. Гунманджари, она такая всегда везде все пронырнет. Она знает как. Такая... И вот мы пошли, они меня оставили, потому что я не знаю, почему у меня, ну, видимо, как бы не было такой ответственности, я была такая помоложе. Они туда зашли, Гунманджари и Абьячи, выходят такие, взяли комплект, пошли, это значит, дело закрывать с комплектом книг. И я помню, как они выходят. Ну все, ну, значит, вот ваши права, значит, вы можете забрать машину без комплекта книг. В общем, они закрыли дело, распространили книги. Ну, то есть, они, у них даже в голове не такого, что они книги там не распространят. И не закроют это дело. То есть, это нопосибл было. В общем, и у них очень много с ней таких историй всяких разных, очень смешных и очень таких... веселых, которые были связаны с Санкиртаной и с проповедью, и с какими-то такими интересными. У тебя есть они? Тоже, да? Расскажи. Не, я помню, как этот рассказывал ее водитель, который ее водил, помнишь, на... Гуру Прасад? Да. Ты помнишь что-нибудь? Как он рассказывал, что они ездили там как сумасшедшие. Самый запоминающийся был марафон его жизни. Он тогда стал настоящим водителем, хотя до этого он таким был. Да-да-да. Что интересно, я вот не помню, вернее, сейчас чуть-чуть как-то сложно, потому что сильно эмоционально. Это надо как-то расслабиться. Вот я что запоминала, сейчас вот он очень многие такие почтенные преданные, уже такие, вот Гуру Прасад у нас, он вообще ученый. Из Одессы. И вот Гуру Прасад, благодаря Абьячи, то есть Абьячи у нас, она еще даже институт не закончила. И вот все эти ученые, они сидели там, вот я писал диссертацию, когда встретил Абьячи, и на этом моя, типа, того вся закончилась. Я стал водителем у них. И как они на этой семерке там, это было постоянные какие-то у нас истории, как мы разбивались, летели куда-то на марафон Шрилы Прабхупады. Метели в югу, и при этом распространялась куча книг, при этом все, мы успевали попадать в аварию, нас выносило, мы ломали машины по степени того, как это все распространялось, это все чинилось, и это была всегда такая Санта-Барбара, очень накрученная. И для всех вот, нормальных людей это был шок просто, вот реально, потому что ну, действительно это всегда сопряжено с какими-то материальными неудобствами для тела, для людей, для вообще для всего. Но самым совершенным образом вот как-то вот преданные они выходили из этого. В том числе Абьячи, это был просто высший пилотаж того, как вот это вот все отработать карму, в то же время распространить, сделать преданных много. И вот она таким была, как сказать, ярким примером в этом ашраме. То есть человека, который мог и... За какое-то короткое время или за какой-то срок она могла успеть все сделать. Вот. Да, еще когда она тоже вот это тело оставила, и на следующий день была кремация. Гуру Хари, у нас преданный, который занимается кремацией,
Угу. Он, потому что на кремацию пришел не Ранджана с вами, Джанани Васпрабу, многие другие старшие преданные. Госвами Махарадж пришел. Да, да. И он говорит после этого, я вообще-то еще ни разу не видел за всю свою историю в Майпуре, чтобы на кремацию приходили столько с вами и стояли там по два часа. Ниранджана с вами особенно. Он говорит, такого еще не было. Да. То есть он Ниранджана с вами там был часа два или сколько там. До конца был. Мы ушли даже. Он мне тогда говорит, а куда мы пошли? Он говорит, это такое особое... Это, ну, особый случай. Да, Гуру Махарадж, он лично там все контролировал, нас контролировал, даже спрашивал с нас. Прибежал после, ну, прибежал, когда она тело оставила. Да. Как? Ушла? Как? Мы такие, ну... Где? Она меня обманула. She tricked me. Так хотела это самое, это, присутствовать, ну, так. Он даже расстроился. Он говорит, жена не вас пробует, он говорит, он был, они да, были. Тогда. И он так обрадовался, успокоился, что да. У меня за несколько месяцев приснился сон, что, значит, Абьярчи собирается играть в спектакле в каком-то. Не в каком-то, а Лилы Кришны ставят. Значит, где-то там в Майпуре спектакль, она там играет. Собирается, значит, играть в Лилах Кришны, и уже пошла переодеваться, и Вринда там ей помогает, значит, одеваться, там куда-то переодеваться. Я думаю, а я почему не помогаю? Я тоже хочу ей помогать. И так мне, а я где-то, ну, а я в то время не была в Майпуре, видимо, у меня в сознании, что я, ну, как бы... Я такая потом Бринде рассказывала, мне сон приснился такой, я тоже хочу. Но я ей не рассказывала Бьярче на всякий случай, чтобы это самое. Ну, и потом, когда ну, вот это все произошло, я думаю, Кришна, спасибо тебе, тоже помог. Да, Гуру Махарадж, кстати, он очень следил, за, контролировал так он. Бринда, ты сейчас знаешь, что делать? Я такая, ну да, Гуру Махарадж, я на тебя полагаюсь. Так, я вот сейчас ухожу. Через 15 минут я прихожу, и чтобы все было, она переодета была, и чтобы, ну, как бы я хочу с ней посидеть, ну, попрощаться. То есть, нет, ну, он как бы, я имею в виду, что он говорил это, он всегда тейкер, то есть он всегда был возле нее, ему было не все равно, то есть он всегда, как бы, от начала до конца для него это было очень важно, как это сделано. Не просто сделано, а как это сделано. Потому что преданных шло очень много. Вы знаете, огромное количество просто людей. Они приходили, я не могла понять вообще, зачем это. И многие были недовольны почему-то. Это было очень сложно, потому что ты должен был как-то усадить одних, вывести других, чтобы там... Потому что Гуру Махарадж сидел, и у нее комната, ну, очень крошечная, да? Где-то, ну, может, 2 на 3 метра. И поток... Ну, поток людей должен постоянно был проходить, потому что невозможно было дышать. Это же Майпур, это не... Это очень... Там жарко, реально. И я помню, преданные говорили, что преданные, те, кто водят харинаму в Майпуре, ой, да, они говорят, что у нас есть 2 собачки такие. И вот когда она оставила тело, эти 2 собаки... поджали лапы и уши вот так, и скулили вот так, и ползли на верхний туда, на второй этаж. На второй этаж, и их отгоняли. Отгоняли, и они опять вот так вот. Ну, это, конечно, было очень много таких нюансов. Потом еще какой-то был момент, мне я думаю, а где же чудеса обычно? Ну, опять же, должны же быть чудеса там, не так просто. Я ждала их. Вот этот был, и потом она оставила тело 7 марта, и у них есть, знаете, такой календарик, где написано Шрила Прабхупада на каждый день какое-то высказывание определенное. И вот в этот день, 7 марта, вы посмотрите, там было именно, Шрила Прабхупада говорил о том, дословно я не помню, что тот преданный, кто оставляет тело, он обязательно вернется обратно ко мне. То есть он цитирует какую-то шлоку или с Бхагавад-гита. Что за шлока? Там, это не раньше с вами, по-моему, календарь у нее был. Я не помню. Ну, какой-то... Говиндадата приехал, когда на следующий день он приехал на кремацию, ее муж. А нам же некогда, мы там не смотрели. Да. Он как раз увидел, что
был открыт вот на этом месте, и там было написано, что на самом деле преданный, он... То, что мне служит, это еще не так важно. А вот если он служит моему преданному, если этот преданный говорит, что ты идешь в духовный мир, то ты идешь в духовный мир. Да, вот такой. И причем он, говорит, он начал говорить, а он такой дотошный очень, скрупулезный Говиндата. Он говорит, я подумал, что ну мало ли, что... Может там все там вот на эту тему, вот он пролистал месяц туда, месяц туда. Нет, именно вот это, да, то есть этот день он был... Про уход. Как раз про уход преданного. Такие вот моменты очень. Ну, может, Канта что-то скажет, она ее знала чуть-чуть. Немножко. Ну, видела. Да. Или радиомикрофон дать? Да, ну что-нибудь да. Дайте. Ну, я могу, в принципе, подвинуться уже. Не так сложно. Я не знаю, что сказать, потому что я вот мое знакомство с Абьярчи на уровне видела. Я помню Абьярчи с 90-х годов, как Васанта говорила. Просто вот тогда, когда мы жили в Ижорах, когда вот у нас здесь еще все начиналось, всегда ашрам, там, киевский, одесский, матаджи ашрам, это всегда было что-то такое, вот, такие махарадхи, когда они приезжали, то есть я всегда только смотрела со стороны, с таким затаив дыхание, там, Лила Смаранам, Трилоки Сундари, Абьярчи, Читани Лила, Лалсмай, такие были, всегда мы только слышали эти имена, и когда были какие-то фестивали, и они проходили, так мы видели, что это небожители. И у меня вот ощущение от Абьярчи всегда было такое, что хотя мы были, в принципе, все одно поколение, тогда у нас не так много. Старшими у нас так, тогда были те, кто в самом начале там только там Анантошанти, это Гаргачарья Прабу, Сатираш, который сейчас Шринатхачи. А мы, в принципе, были все примерно одного поколения, там 89-90 год. Но всегда было ощущение от этих матаджи, то есть непонятно, они были какие-то особенные. Все вот ученицы Ниранджана с вами, они были совершенно просто, не знаю, ну точно небожители, потому что у них было столько силы, столько энергии, они столько распространяли книг. И на протяжении вот 20 лет у меня всегда было желание такое сильное, я хотела узнать их ближе, то есть все равно сохранялась дистанция, то есть вначале тогда, в 90-х, мы были все там Киев, Одесса, Питер, Москва, то есть все там, гуру приехал туда, все туда поехали, гуру сюда, вот. И так получилось, что с Трилоки, так как она моя сестра в Боге, у нас сложились достаточно близкие отношения, потом я с Враджи Лаланой познакомилась, а с Абьярчи у меня вот, мне все время очень хотелось с ней как-то познакомиться, но что-то там мое. Престиж там, не знаю что. И честно скажу, что когда я приезжала в Майпур, в Майпуре я была вообще всего 3 раза. То есть я как-то дальше Вриндавана у меня не едется. И когда я приезжала в Майпур, мы тогда приходили к тебе в гости, я видела Абьярчи, то есть так на расстоянии. То есть у меня был такой порыв, хотела даже попросить тебя познакомиться, но потом я подумала, что ну потом, в следующий раз, когда я в Майпур приеду. И честно говоря, когда, хотя вот, ну, я говорю, что у меня не было никаких личного какого-то контакта с Абьярчи, когда я узнала, что она заболела, в принципе, то есть достаточно много за 20 лет преданных уходило, у нас Враджа Лила уходила, которая была рядом, Нити Ситха уходила. Вот Абьярчи, она ушла очень стремительно, и, то есть, ну, как-то... То есть не усп... ну, вот я реально не успела опомниться, потому что я знаю, что она болела, что она лечилась, что... И как раз перед отъездом в Индию мы ехали во Вриндаван, она ушла, и я прочитала письмо Ниранджана Махараджа, я видела эти фотографии, и, честно говоря, вот сердце защемило очень сильно и защемило именно от того, что я поняла, что я потеряла возможность. Я потеряла возможность не от того, что у меня вот не было ощущения такого, что вот ну человек умер,
У меня было именно ощущение, что я такая глупая, что не подошла я тогда к ней, не получила вот эту возможность. Может быть, это было бы там 10 минут за мою жизнь, но я бы ее получила. И, честно говоря, вот у меня опыт такой, когда ты практикуешь, я практикую, я про себя буду говорить, мы видим примеры великих преданных во времена Господа Чайтаньи. Чуть ближе к нам ученики Шрилы Прабхупады, которые возвращаются в духовный мир, и ты понимаешь, что вот эта духовная практика, она действительно как бы, ну, действительно можно вернуться в духовный мир. Ну, и когда ты видишь не просто, а когда человек, который был рядом с тобой, и ты осознаю такую вещь, что вот эти редкие души, эти святые вайшнавы, они могут быть совсем близко, и мы можем его не видеть, и не замечать, и не понимать этого. И еще раз вот хочется ценить вот это общение с преданными, потому что я думаю, что там еще год назад как бы Абьярча показала такой яркий пример, и когда она и так ярко ушла, все сразу ну, как бы стали узнавать, хотели узнать больше о ней. Преданные, когда читали на Фейсбуке, читали, узнали ее, да, то есть она была скромная, тихая, никто не знал. Нам все время кажется, что чисто преданный — это который вот так раз, вошел, и все поняли, что чисто преданный. Я помню, Джугала Прия сказала, что чисто преданные, они такие, они раз, ушли, и ты не заметил, и не узнал ничего. А он вот был рядом, а мы все бежим куда-то там вперед, где-то там чисто преданные, а рядом с собой не видим. И я просто благодарна очень Абьярче за тот пример, который она подала, за ту надежду, которую она дала, что, может быть, тоже есть надежда вернуться в духовный мир. И я преданным всем советую очень, кто не читал письмо Ниранджана Махараджа, прочтите то, что Махарадж писал про нее, потому что это дорогого стоит получить такое, как бы. Мы можем как бы сами решать так, сяк, а то, что говорит духовный учитель, это уже абсолютная истина. И еще есть замечательные воспоминания из Майпура, как после ухода Абьярчи, тоже посмотрите, найдите, узнайте об этой преданной больше. У нас есть сейчас такая книга «Святые Искон», сейчас начали сдавать, про учеников Шрилы Прабхупады. Я думаю, что Абьярчи будет, одна глава будет ей посвящена. Я думаю, это должно быть. У нас есть русские преданные, которые уходят очень славными. Я думаю, что Берча будет где-то среди них. Спасибо. Чуть-чуть. Дайте вот ей микрофончик, пожалуйста. Давайте найдем микрофон. Это сестра Нарада Муни, моего мужа, Ананда Лакшми. Она просто как раз в этот момент, перед уходом Абьярчи, она к нам заехала в Майпур ненадолго. И тоже вот она, мы ее познакомили, и у нее был некоторый опыт. Я просто хочу попросить ее рассказать чуть-чуть, что она помнит. Хари Кришна, преданные. Я буквально в двух словах расскажу, потому что у меня очень маленький был опыт общения с Абьярчи. Я ее видела буквально несколько раз, потому что я была в Майпуре очень недолго, 2 недели. И когда меня ее представили, мне ей представили, а меня поразило то, что как она меня приняла, как будто я была ее давний друг. С такой радостью, открытостью обняла меня. Была рада, что я наконец приехала сюда за столько лет первый раз. Мне это вот очень сильно поразило. Еще я побывала у нее на дне рождения, незадолго до ее ухода. Тоже был такой необычный праздник, было много преданных, все подходили. Все ее поздравляли, вот так же в близком кругу прославляли ее, рассказывал какие-то истории из ее жизни. Она сидела в уголочке под божествами и очень смиренно внимала всему этому и благодарила преданных. Хочу отметить, да, прапрасад. Это что-то было особенное,
особенно торт. Никогда таких не пробовала. Это что-то такое необычное, необыкновенное совершенно. Столько там любви, видимо, было намешано, преданности. Какие-то были личные моменты, да, когда вот последний раз перед отъездом я тоже пришла со Санты, она некоторые напутствия дала мне, мою личную жизнь. Это тоже дорогого стоит. Ну вот, пожалуй, все в двух словах, что я знаю, что помню. И даже за это я очень благодарна. Спасибо. Кто-то еще? Хари Кришна. Хотела спросить, как вот ее ребенок, как он отнесся, как пережил вот этот, ее сын. Это был одним из самых эмоциональных моментов, наверное, во всей этой пьесе. Почему-то, я не знаю, почему Гуру Махарадж, он попросил привести Васанту. Сына. И это были очень серьезные переговоры с Гурукулой на этот счет. И то есть как-то даже Говиндадате звонили по этому поводу, нужно было увезти или нет. Потому что Говиндадата был не 100% уверен, что его надо везти. Гурукульский менеджер или кто-то, авторитет, да. Он тоже не был 100% уверен. Но Гуру Махарадж, он почему-то, я не знаю, в этой ситуации он сказал... Сын должен прийти. Ну, естественно, мы все... Они там общались, что-то обсуждали, и в какой-то момент сын пришел, Васанта. Ну, честно говоря, это было сколько? 5 минут он стоял, да? Это был... что называется, ощущением длиной в жизнь. Это шел момент очень тяжелый, очень такой эмоциональный. Но он плакал, он обнимал ее, но не было какого-то, знаете, такого сверх чего-то. То есть это было очень... Ниранджа Махарадж его держал возле себя, обнимал. То есть он, наверное, в этот момент становился, получал этот опыт такой мужской, серьезный, необходимый, может быть, для каждого ребенка. Я не знаю, то есть это то, что мы видели. И после этого его забрали, и так как он находится в Гурукуле, в Бхактивиде Пурна Махараджа, там действительно очень не просто серьезные люди, но и очень личностные, очень заботливые. И вот то, что я наблюдаю, то, что я вижу, вот перед тем, как приехать сюда, Говиндадата, он приходил вместе с Васантой, у него был, они их не выпускают каждый раз так вот из Гурукулы, то есть на какое-то определенное время, вот у него было 4 дня выходных. И я могу, и, то есть я наблюдаю за эмоциональным состоянием ребенка и мужа. Я вам хочу сказать, что ну, это потрясающе. То есть, либо, то есть, можно предположить, что Господь о них заботится, потому что действительно ребенок в полном нормальном состоянии. То есть он адекватный, он спокойный, он счастливый. Видимо, что-то ему додали там, правильно как-то додали. И Кришна позаботился о нем тоже, естественно. Поэтому даже муж, потому что привязанность была очень сильная и глубокая между ней, и вообще семья была очень, как говорится, такая образцовая, сплоченная. Это не было просто, знаете, вот это. И это потрясает, потому что и муж, и ребенок, они окей, как бы, если так можно сказать. Мальчику, вот ему 12 сейчас будет, да, вот в августе. Да, да. Не то, что они совсем не переживают, они, конечно, да. Очень... У них очень внутренние все, вот вся их семья, что Говиндадата, они никогда на показ... Вообще они не болтливые совершенно. Они очень... И по делу только, если что там... Самые лучшие хранители секретов, что он, что она.
Поэтому и все эмоции, они внешне никогда никому не показывают. Все ходили потом в Майпуре, меня... Да. Ну как Говиндадат, ну как Говиндадат? Я говорю, ну нормально. Ну, то есть люди все хотят, чтобы ему сказали, он там плачет, ему плохо, там или что, я не знаю. Но он как бы... Он было может... время, он плакал. Конечно, я видела, он... это было, все было, но оно было вовремя. То есть сейчас, когда уже, как, ну, уже перевернута страница, видно, что у этого человека есть высшее понимание того, что он чувствует, ему тоже какие-то сны снились определенные, она к нему приходила, то есть он спокоен, и у него действительно... Вот представляете, этот человек, он очень красивый, как мужчина, он очень красивый. Он никогда... Это его первая и последняя женщина, я вас уверяю вообще. Такие люди – это редкость вообще в Кали-Югу. Такого... То есть он... Это я вам говорю официально и серьезно заявляю, потому что я знаю эти моменты вселичностные. То есть у этих людей это какое-то благочестие с прошлых жизней, это какие-то наработки, это серьезные вещи, это не просто так. У нее то же самое. То есть это не просто так, понимаете? И естественно, соответственно, у них уже есть определенный уровень отношений к этому, ко всему. То есть они знают, где вовремя поплакать, где вовремя закруглиться, все нормально с этим, да. И вот мальчишка, он, кстати, да, у нее, она была безумно привязана к нему. Ее мальчики, это было все для нее. Она прямо это ее женское было счастье, что называется. Знаете, бывает женщина счастливая, вот она была счастливая женщина. Ну, как-то вот так вот, видите, как-то все сбалансировано тоже, даже в этом смысле, в эмоциональном. Ну да, ну, во-первых, мы же понимаем, что мы не тело, и мы души, и поэтому мы никогда не умираем, все равно наша связь сохраняется, если мы хотим, с преданными, тем более, если уж быть кому-то привязанным в этом материальном мире, то лучше уж быть привязанным преданным, которые любят Кришну. И Говиндадата говорил, что Гуруку Махарадж ему сказала, что в духовном мире преданные друг друга любят почти так же, как Кришну. То есть... Да, он ее продолжает любить. И он как бы не ощущается... Мы так и говорим, объячи, сегодня вот Аби там, то-то. Ну, то есть у нас нету такого сознания, что ее нет. Лето, Аби, ну я пойду к объячи сейчас вот это. У меня вот одежда вот даже, вот вы не поверите, это ее. У меня куча своего отдыха. Ее, я не знаю, ну что-то как-то, это не то, что мы не отпустили, мы счастливы, это не какое-то такое, знаете, мы тут собрались, рассказываем о нашем горе. Нет, мы рассказываем то, чем мы, о нашем счастье, мы рассказываем то, чем мы являемся свидетелями, ни больше, ни меньше. Вот так вот. Ты с ней общалась? Да. Видела просто, да? Что-то хочешь сказать? Ну, еще какие-то еще вопросы? Потому что, в принципе, много можно что-то вспоминать, а время, наверное, так уже многовато. Да. Уже 9 часов. 9 часов. Можно чуть-чуть еще спеть и пойти домой, да? Хочешь спеть? Я не могу петь. Я киртанья. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рамо, Хари Рамо, Рамо Рамо, Хари, Хари,
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Удова, вы же тоже знали ее немножко? Да?
закончим. Есть еще одно письмо, правда, объярчено, которое она написала. Одной преданной. Может, быстренько зачитать в конце? Да? В моем телефоне. Это одна преданная ей написала письмо, и мне его прислала Трилоки Сундари уже потом. И она ей отвечает. Очень такое поучительное, интересное письмо. Абьярчи пишет. Хотя мы не провели настолько много времени вместе, чтобы наши отношения можно было назвать дружбой, тем не менее, я испытываю очень теплые, близкие чувства по отношению к тебе. И для меня очень важно, чтобы ты была счастлива, и я бы сделала все от меня зависящее ради этого. Особенно тот факт, что ты так дорога моей Трилоки Сундари, делает меня твоей безусловной слугой. Осталось понять, как я могу быть тебе полезна. Понедельник. Дальше. В понедельник я провела 3 часа в храме Джаганат в Раджпуре и молилась о тебе. Ситуация, в которой ты оказалась в наших глазах, твоих, моих, Сундари, выглядит неприемлемой, несправедливой, вызывает сопереживание и сострадание. Такие хорошие преданные не заслуживают такой боли и страданий, думаем мы. Но тем не менее, этот мир так задуман приносить страдания сплошь рядом как непреданным, так и преданным. Чтобы устроиться здесь с наименьшими потерями и испытывать меньше боли, грамотные, религиозные и духовные люди пользуются законами дхармы, обязанности, правила и предписания. Но что и это не работает, но часто и это не работает, как в твоем случае. Тогда, слава Богу, у нас есть последняя и единственная надежда – Он. И тогда все наши боль, страдания здесь – мы копим как богатство, которым мы заплатим за обретение высшей цели его. Но есть условия. Ты не должна участвовать в своей драме с полным сердцем. Не позволяй себе быть действующим. Не вживайся в роль до самозабвения. Мы должны зависеть в этой ситуации от Кришны полностью, верить в то, что все происходит с его позволения, отдавать ему боль, которую испытываем, ждать от него разрешения проблемы, но только если это от начала до конца в его руках. А то если мы позволяем гунам трепать наш ум, чувства и тело, а потом и с немождением просим Кришну вмешиваться, то это не честно, и Кришна тоже имеет абсолютное право поступать нечестно. Для нас, женщин, надежное прибежище – это религиозность, и Кришна очень любит нас за это и сильно поощряет, так что сегодня начался месяц Пурушоттама, который имеет силу награждать благословениями такую же, как и сам Кришна. Соблюдай его как можешь и молись, он тебе покажет еще раз, как может защищать своих преданных. Я буду каждый день делать одно ныряние в Ганге за тебя. Вот увидишь, ты выйдешь из этой ситуации очень сильной, мудрой и счастливой. Обнимаю, твоя слуга Абьярчи Давидаси. Абьярчи ки джа. Гора Бхакта Вринда ки джа, Нитай Гор Примананда, Хари Хари Бо. Хари Кришна. Спасибо большое.